Ставрополь, владелец и врач в стоматологической клинике Дентора. Вот, работаем уже 17 лет на рынке. Ну, в смысле, я врачом работаю 17 лет. А вот на сегодняшний момент развиваю свою собственную клинику в течение последних 3 лет. Это была реклама в интернете, это было, наверное, более 2 лет назад. А потом, соответственно, периодически наблюдал за вашим развитием и, собственно говоря, где-то, наверное, полгода назад связался для того, чтобы узнать поподробнее. И, собственно говоря, все полгода мы периодически общаемся, и вот сейчас появилась возможность приехать лично пообщаться с вами здесь. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовую модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку 4 миллиона рублей. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона, и в течение 5 минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. Я очень доволен. Фактически все вопросы были разложены по полочкам. Что-то из этого, безусловно, я уже знаю, то есть какая-то базовая информация. Есть, но вторая половина – это, конечно, очень плотная, подробная и качественная информация, которую, собственно говоря, необходимо обязательно внедрять у себя в клинике. И здесь опыт вашей сети очень, очень пригодится, конечно. У меня, собственно говоря, была четкая задача на эту поездку. У меня стоит задача внедрения программного обеспечения. Соответственно, потому что я считаю, что это основа, вокруг которой крутятся все действия сотрудников клиники. И я увидел эту связку программ, которыми вы работаете. Поэтому самая важная информация, которую я подчеркнул, это именно взаимоотношения софта стоматологического для управления клиникой. Из тех клиник, которых на самом деле там 80%, те клиники, которые созданы врачами-стоматологами, которые созданы с позиции именно лечения, а не бизнеса, любой этой клинике будет полезно, потому что, по большому счету, это позволяет перевернуть точку зрения на существующие процессы, основные как бы точки роста и добиться гораздо большего результата, нежели все стоматологи добиваются сейчас. Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу. Подпишись прямо сейчас, поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее.